теперь, Артем, ты готов посмотреть итальянскую диву? Ты не вывез. Американскую диву вывезешь, Артем? Смотри, Влад, Лекса, да? Лекса. Очень прекрасная, харизматичная, симпатичная, талантливая девушка. Но я перекидываться с одних отношений на другие сейчас вообще никак. Надо перекидываться. Вот перекидываться. Что да. Лекса, мы с... я не знаю, как со мной мы подружимся. Итак, Артем, правда, давай тебя спасут. Ты сам понимаешь, ну, я расстался только вчера. А я тебя не призвал сейчас с ней начать встречать. Да? Пообщайся хотя бы, Крис. Какой-то вопрос спроси. Я захочу, я пообщаюсь. Окей, ладно, Кристин, есть вопрос к конкурентке? Да она мне не конкурентка, перестань. Ну как не конкурентка? А Артем сейчас свободен. Ну и что, мы расстались, она не имеет права с кем хочется. А мне вот интересно, ты его сейчас быстренько подберешь или как бы наоборот откажешь? Нет, 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 даже нет никакой злости, просто я тебя прошу об одном, не переходить на оскорбление. Ну, а кто меня сейчас оскорбил? Ну, она пытается как-то меня цеплять, говорит, вот она делала мозги тому, да. тому, это проживет с одним, с другим, и потом увидишь, как это Кристин, будет. Кристин, как тебя оскорбили? Такая злая, суровая, прямо чу-чу-чу. Да. Не лопни только, ладно? Подожди, я тебе еще раз говорю. Не лопай, если она хорошая, все нормально. Если ты хочешь на негативе, потом будет не... Зайка, ты чего? Расслабься, отдыхай. На самом деле харизматичная, да. Красивая. Да, но если ты будешь меня задевать, получишь по полной программе. Я тебе говорю, не за Артема, меня не нужно задевать, тебе понятно? Милая, мы здесь на проекте задеваем все друг друга, извините. Хочу тебе напомнить, ты надо... Нет, я тебе говорю, если ты будешь меня цеплять, целенаправленно, ты получишь. А как тебя оскорбили? Подожди, вот этот сарказм, твоя ирония, моя форма. Давай, скажи, как я еще раз говорю, это сарказм. Ты будешь меня бить? Я сейчас не буду тебя бить. Что я тебя реально буду засаживать. Я могу с тобой выйти на батл. Пойдем потанцуем. Ты будешь меня троллить с этим сарказмом вот так разговаривать. Будешь танцевать?